Сейчас я продемонстрирую, как можно испытать мощность, максимальную мощность трансформатора. Значит, итак, вот наш подопытный 400-ваттный трансформатор. Вот амперметр. Вот вольтметр. Вот нагрузочное сопротивление. Вот оно. А вот сеть 220 вольт. Итак, мы берем вот такая искра у нас, потому что нагрузка большая. Подаем напряжение. Значит, напряжение 13 вольт. Вот, нагревается нагрузка. Ток 28 ампер. 28 ампер. Вот, держится. 13 вольт, 13,2. 28 ампер. Нагрузка у нас начинает дымиться. Вот так вот. Выключаем. Уже начал гореть провод. Вот. Так. Пробуем трансформатор. Трансформатор нормальный. Вот такой вот эксперимент.